В выставочном зале галереи Щелковского историко-художественного музея открылась новая выставка «Краски жизни». В экспозиции рядом и профессиональное, и любительское творчество. Выставка посвящена десятилетию Щелковской арт-студии Татьяны Груздевой. На ней представлены работы как руководителя, так и ее учеников. Арт-студия – проект в своем роде уникальный. Здесь учат рисовать и создавать настоящие произведения искусства не только детей, но и взрослых. У нас занимаются дети с 10 лет и взрослые любого возраста. Наша студия – это первая студия рисования для взрослых в городе Щелково. Раньше такого не было. Мы такое организовали. Наша цель – реализация способностей человека в творчестве. Это самое главное. В студию приходят с разными целями. Молодежь с намерением отточить свои способности перед поступлением в художественные колледжи и вузы, изучить необходимые для этого предметы, в частности, академическую живопись и рисунок. Взрослые – открыть в себе новые грани творчества, найти занятия по душе и войти в круг единомышленников. Каждому ученику Татьяна Сергеевна старается передать свои способности, профессиональные умения и опыт. Она сама член Союза художников Подмосковья и Союза дизайнеров Москвы, преподаватель. Под ее руководством осваивают различные техники живописи люди, состоявшиеся в других профессиях – юристы, педагоги, финансисты, инженеры. Один из учеников, работы которого представлены на выставке – Александр Колпаков. Картина, участвующая в этой выставке, дает наглядный урок любви к жизни, к близким людям, природе, своему городу и даже к любимым питомцам. От этих картин, как от батарейки, можно заряжаться позитивом, добротой, светом, жизнелюбием, оптимизмом. Спасибо вам за мастерство и за то, что познакомили нас с оригинальными методами решения художественных задач. На выставке можно увидеть пейзажи, портреты, натюрморты, абстрактные произведения, как кажется, уже состоявшихся мастеров живописи. И тем удивительнее, что художникам всего по 14-15 лет. Рисовать не страшно, а очень интересно, уверена основательница арт-студии. Даже если вы не станете художниками, вы разовьете в себе художественный вкус и научитесь любить и ценить прекрасное. Татьяна и ее ученики благодарны историко-художественному музею за возможность представить результаты своего труда на серьезной выставке, которая стала подарком не только им, но и всем щелковским любителям искусства. По устоявшейся музейной традиции церемонию открытия украсил музыкальный подарок – выступление студентки Московского областного музыкального колледжа имени Прокофьева Елизаветы Килонавы. Выставка «Краски жизни» к десятилетнему юбилею арт-студии Татьяны Груздевой будет работать в выставочном зале галерея до 17 августа. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.